Сергей Ковалев одержал верную победу над Челембой. Бой проходил 12 раундов, как вот предсказывали тоже многие эксперты, тоже Николай Валуев, например, тоже сказал, что он рассчитывает на то, что бой будет долгим и, наверное, не будет такого скоротечного нокаута. Челемба очень такой достойный соперник, очень чувствительный боксер. И показал тоже очень такой интересный бой оборонительного плана. Вот, попасть ему было довольно нелегко, он был опасен на контратаках. Тоже старался наносить такие опасные удары. Поэтому, я думаю, это была тоже хорошая для Ковалева проверка в плане своих оборонительных способностей. Вот, Сергей, конечно, смотрится очень внушительно и в своем весе, и таких достойных соперников у него, наверное, практически нет. Поэтому многие ожидают его бой с Андре Уордом, очень таким техничным, одаренным боксером. Это, конечно, будет очень такой впечатляющий поединок. И, вот, и для Ковалева было очень важно, я думаю, пройти такую проверку вот, все-таки с таким достойным соперником перед боем с Уордом.